Если вам надоела электроника или, может быть, ваш интерьер предполагает расположение каких-то ретро-приборов, есть у нас «Откупи сувенир» хорошее предложение. Вот такой вот комплект термоскоп, есть такой вот архаичный прибор, который придумал Галилео Галилей, и есть такой же, в общем-то, термометр. Значит, с термометром все понятно. Шкала Фаренгейта, шкала Цельсия, шкала Фаренгейта. Вот, то с термоскопом, в общем-то, может произойти кое-какая заминка. Дело в том, что этот прибор можно назвать прародителем и барометра, и гигрометра в какой-то степени. Одним словом, этот прибор примитивно, но может указать вам на ближайшее изменение, если не текущее изменение, в погодных условиях, которые окружают вас в данный момент. Значит, в комплекте есть, я вам сразу покажу, ну, в общем-то, саморез и пробка, чтобы прикрепить этот прибор где-то на стене в выбранном месте. И есть вот такой вот обыкновенный шприц 5-кубовый и тонкая, тонкий вот такой вот шланг, шлангом, да, трубочка, наподобие трубочка для капельницы, которая пригодится вам для того, чтобы наполнить водой вот это вот как раз устройство. Наполнить или потом можно будет эту воду отсюда, в принципе, и удалить с помощью этого прибора. Вот, наполняется водой вот эта вот колба, и по мере того, как вода под влиянием или давления, вернее не или, а и давления, и температуры будет расширяться или наоборот сокращаться, вы будете видеть, к какому состоянию стремится окружающая природа. Или это будет штормовой какой-то ветер с дождем и облачность, и повышенная влажность, или это будет наоборот тихая, спокойная, солнечная погода. Вот, все это заключено в деревянный, красивый такой вот под красное дерево лакированный корпус. Вот, можно назвать этот прибор таким вот винтажным, ну, по крайней мере, он вызывает вот такие вот впечатления. И хоть и нельзя от него ждать какой-то очень уж сильно там точности, но тем не менее ориентироваться на него можно в своих метеопрогнозах. И как украшение такое вот винтажное соответствующего интерьера тоже рассматривать его тоже можно. Спасибо.